Приветствую, друзья! С вами снова Дов. Сегодня я вам покажу, как на четвертом айфоне, именно на четвертом айфоне, отремонтировать микрофон. Точнее, я вам покажу один solution. Не надо ничего реболить, никакой аудиокодек, не менять микрофон. Все это делается с помощью одного solution. Снимаем крышку. Телефон можно даже не выключать. Разбираем телефон. Если вы еще не знаете, как это делается, смотрите видео. Старайтесь не мешать, не путать болты, потому что они практически все разные. Если вы не знаете, где они расположены, то складывайте их так, чтобы потом можно было, соответственно, и закрутить свои места. Этот solution намного упрощает работу, время, соответственно, деньги и все остальное. Вкручиваем телефон. Если вы занимаетесь сотовыми телефонами, вы, наверное, знаете, что микрофон в четвертом айфоне — это слабое звено, очень часто выходит из строя, из-за падения отламывается вот этот вот винтик, который вы можете достать, он вам не нужен уже. Вот. Отламывается этот винтик и выходит из строя микрофон, который аудиокодек, точнее, который находится под ним. Не надо менять микрофон, который находится здесь. В этом нет смысла. Открываем батарейку, вытаскиваем батарейку аккуратно. Повторюсь, вот этот болтик откручивать не надо, дабы не терять время. Вот этот вот откручиваем наполовину. Отстегиваем шлейф. Достаем альтовоз. Сим-карту снимаем. Достаем материнскую плату вместе с батарейкой, с альтовозом, с антенной, дабы не терять время. Вот здесь, у нас находится аудиокодек. Вот здесь вот. Снимаем защитный экран. Вот он, аудиокодек. Вот здесь вот. Что нам нужно сделать? При ударе он отошел от своего места. Нам нужно просто прижать его таким образом. Откусываем вот эту часть, чтобы аудиокодек был свободным. Ставим резиновую прокладку, желательно. Такого размера где-то вполне достаточно будет. Ставим на аудиокодек. Покажу ближе, чтобы было видно. Вот, видите. Нажимаем защитным экраном. И все, вот этот solution позволяет не менять аудиокодек, не менять микрофон. Собираете iPhone,
Как видите, батарейку не отсоединяли, поэтому активировать iPhone уже не надо. Закручиваем все болты на свои места. К сожалению, не могу продемонстрировать работу микрофона. Попросту не знаю, как это сделать. Ну, если вы сделаете то же самое, что сделал я, то убедитесь в том, что микрофон будет работать прекрасно. Все, собираем телефон. И проверяем микрофон. Всем спасибо. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Пишите. До свидания. Доброго дня.